На реализацию программы развития Моздокского и пригородного районов до 2026 года необходимо больше 6 миллиардов рублей. По словам министра экономического развития Заура Кучиева, по ряду объектов уже направили заявки на финансирование из федерального бюджета. А министр строительства и архитектуры Константин Моргоев рассказал, в этом году необходимо разработать проектно-сметную документацию для 13 объектов и найти земельные участки для строительства. Отметим, благодаря реализации госпрограммы в районах построят новые физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные залы, игровые площадки, дома культуры, многофункциональные центры. В планах реконструкция водоснабжения. Премьер Борис Джанаев поручил переходить к активной совместной работе с профильными федеральными органами исполнительной власти.